Знаєш, смотрите, при заводі поворачивайте ключ, проверяйте кнопочку, щоб була не в этом положении, а вот в этом, да. Вот. Выжимаете, включайте подсос, выжимаете тормоз и кнопку пускаете. Сейчас он начнет чуть-чуть, ну, когда глохнет, уже богатая смесь Ой, пойдет, да, подсос убирать. В принципе, можно. Наоборот, нормально держит. Ну, вроде не холодно сегодня, поэтому... Вот, знаете, здесь включаются фары. Что горит, все опасно. Гудок, аварийная чека. Здесь аккумулятор стоит, здесь сидушку поднимаю. О, так, карбюратор, так, обороты, если что, отрегулировать можно вот этим вот болтом отрегулировать угол, ну, если ну, там обороты прибавить, убавить, если там сейчас обкатка чуть-чуть пройдет, он может обороты поднять, как бы, чуть-чуть подкрутите. Вот, три бака откатаетесь, протянете его, маслице поменяете. Вот. Это еще пробку. Ну, то масло, да. Вот, здесь есть индикатор с маслом. Вот. Ну, как бы сейчас оно есть, видно, то есть там. То есть можно следить прям напрямую. Масло обычно для четырехтактного, видите? Да, для четырехтактного. Бензин только 92-й. Вот, все, можете прокатиться спокойно. Да, еще золото есть, ну, давайте проверим до конца уже. Значит, два раза назад, ну, сейчас один раз назад это вперед поедете, два раза, ну, вперед нажмете, уже поедете назад. Нейтральное посередине, вот два индикатора. Зеленая лампочка это нейтральная, красная задняя. Заводить только на нейтральной скорости. Ну, да. Все, вы включили уже. Больше, больше, газку не будет. Давайте газку толкнем. Так можно и цепи приобрести. Цепи можно приобрести. Вот. Так, значит, здесь гарантийная книжечка. Здесь все расписано, как что поменять. Вот, все на сайте есть, где квадроцикл. Ну, тут вот все указано. Сайт. Так, сейчас распишемся.